Всем привет, с вами Crazy Stalker. И это у нас еще одна сборка на Stalker Zoo Припяти, в которую вошли моды STCOP 3.5, Gym, Absolute Natural 4.04 и 2K текстуры. Давайте посмотрим, как выглядит данная сборочка. Очень интересно. Так, нашли винтовку. Так, прицела у нас нету, денег 2500. Ну, короче, как стандарт, это у нас К-74У. Ну что, давайте пробежимся к Скадовску, что ли. Ну что, так водичка смотрится, в принципе. Только вот хреново пасмурно. Это не очень радует. Никогда я не ставил этот оружейный пак. Давайте глянем, что за оружейный пак такой. Так, а ну на секунду, сейчас я гляну, что у меня. Ну вот, получается, максимальные настройки. И вот у меня стабильные 60 FPS. На RTX 3070. Ну, в принципе, подлагов никаких нету, да? Нет, чуть-чуть. Все равно, но это же Зов Припяти. Как бы там ни было, все равно в любом случае где-то будут маленькие пролаги. Вот так вообще картинка, конечно, неплохо смотрится. Тем более с этим новым погодным модом. Да как скажете. Да вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать. Здравствуй, сталкер! Разговорки есть! Да пошел ты со своим султаном. Попутного ветра! Чего заскучали, так, что у нас там вместо падения Скат-3, да? Ну, здорово! Какими судьбами на нашу посудину? Так, ладно, вырублю сейчас производительность. Так, что у нас? Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Так, сходить наверх. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Что там, ранение облучился? Слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Короче, про Сороку мы поболтали. Так, погнали, короче. Так, инструменты, задания взяли. Так, а что у него в продаже? А ну, глянем. Торговля. Ну что, есть что-то новое? Прицелы есть. Сколько стоит? 4000. А у нас денег голяк, да? 2500. Ладно, наворачивать. Иди, иди, нечего. Ничего не будем. Попробуем так поиграть. Сейчас пойдем, наверное, сразу заберем дробаш. Просто интересно, что там лежит. На лесничестве. Какой дробовик.
Пистолет. Бандиты. Ах вы гады. Так, сохранимся. Сколько их тут? Двое. Ты что тебе, урод? Уроды. Забираем нахрен все. Так, что у них забрал? Что за пушка? Опа, он с айгой. Фу. Опа. Тут какая-то другая пушка. Так, а что мы подобрали? МП-153 какой-то. Ну да. Но САГА мне нравится больше. Что, всё, 5 патронов, что ли? Так. Так, наверное, надо сначала пошляться, короче, хотя бы немного бабла сделать, да? Пособирать. О, что у нас там с весом-то? А. Ты волыны-то не свети. Пацаны! Ай, твою! Так. Перегруз. Так, что у нас тут? Ну, это можно выкинуть. И это тоже, да? Но это тоже вряд ли купят. Так как она желтая почти. Так, ладно, давайте спустимся. Пойдем продадим хлам. Но вообще ничего так, да? Вот здесь смотрится. Ну да, бегать мы пока не можем. Я понял. Придется идти. Так, подожди, а у нас этот есть? А, есть. Геркулес. Ну да, с переносимостью и... У нас полная жопа. Что там за туман, интересно? Сталкер, на нашем судне оружием не машут. Будь добр, спрячь пушку. Так.
Так, эту мы разряжать не будем. Так, у нас это что? АК-74, а это у нас... Это укрученный, а это у нас обычный, да? Так, разрядить. Разрядить. Выход. Так. Здравствуй. Ну, удачи тебе. Так, это сюда. И это тоже. Ну все вроде, да? Так, погнали, хлам продадим. Да чё ты топчешься, если есть? Так, это тоже нахрен. Так, это продадим. Это продаем. Так, вот эти патроны. Туда же. Это что за патроны у нас? 7,62 на 25. Так, это пока не надо нам. Это тоже продадим. Ну, в принципе, и все, да? Так, вот эти патроны еще нахрен отсюда. Выход. Так, что? А, что у нас там с деньгами? Блин, а я и не продал, выгоню. Так, отдаем. Ну все вроде, да? О. Более-менее, так. Давай, не задерживайся. Неплохо. Скинуть надо хлам. Так. Где они там дерутся? Парни, не расслабляемся! Ну что, подождем еще для гарантии! Тихо! Еще немного подождем! Мужик, спасибо тебе огромное! Берегись! Да что ж вы все такие, блин? На, получи! Твою мать! Расслабляемся! Выручайте! Кто-нибудь, а? Да я ж тебе дал уже, блин, аптечку. Тебя опять подстрелили. Ты что, гонишь? Чувак. Слушай, ну, я... Нет слов. Это кто тут? Что, бандюган какой-то? Так, заберем. Так, ну вроде все, да? Нечего добру пропадать, я так мыслю. Заберем. Чё,
Блин, радиация еще. Да нет. Надо вес увеличить, наверное. Что-то не в кайф так бегать. Ладно, сейчас сохранимся, потом надо будет увеличить вес. Давайте глянем, сейчас тут заберем. А, стоп. Так, опции. Управление. Так. Перезарядить. Опять у нас перегруз. Неудивительно. Что ж, блин, на Геркулесе жить всю игру. Блин, неинтересно. Ну, в принципе, оружие смотрится неплохо в этом оружейном паке. Посмотрим, что там дальше будет. Так, надо будет полазить, пособирать, короче. Сейчас весь хабар. Ну, что так, в принципе, смотрится сборочка. Здравствуй, сталкер. Так, что у нас тут? Сейчас. А вот анекдот. Разведите это на шоу. Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерская? А. И отвечает тот: какая? Скорожец? Почему? Да все просто. Надежная. Какая. Так, а ну оставим его, потом посмотрим. Мне интересно. Класс. Так, патронов сюда кинем немножко. Так, этот не купят. Тоже сюда. Так, чё, поторгуем? То сюда. Ну что, есть что-то новое? АК-104. Ух ты. А под патроны он 7,62 на 39, да? Это у нас 7,62. А вот есть патроны. Так, ладно. Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Это продадим. Советую всем срочно подыскать укрытие. Это продадим. Выход. Так, продать. Так, что у нас там с этим? Здесь как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер-солдат. Куда чешешь? Ты че, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. Так. 104-й оставим. Блин. Так, ладно, давайте до утра. Как бы все.
Так. Только не сейчас. Так, тебе вот эту хрень продать надо. Так, аптечки у нас еще 4, выход, так. Да-да, прощай, прощай. Так, ну что, все, наверное, да? До первого раза, наверное, хорошо. Продолжим, наверное, в следующей части. Поправлю я, наверное, переносимый вес. И продолжим прохождение. Ну, а на этом все. С вами был Crazy Stalker. Всем до новых встреч. Пока.